Assalomu alaykum. Sizlar bilan U-student kanali. Bizning kanalda siz rus va ingliz tillarini tez va oson o'rganishingiz mumkin. Dars boshlanishidan oldin bizlarga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Yangi video va jonli efirlarimizni o'tkazib yubormang. Здравствуйте, дорогие друзья! На этом уроке мы с вами научимся правильно употреблять в речи глаголы движения «идти» и «ходить». Салам айз дослар! Хозяга дарста бы сіздар білан «идти» ва «ходить» харакат ферларны тоғры ишлатышны органамыз. Рус тілыда 14-ті джуфт харакат ферлары маучыд болып, бірінші джуфтлик «идти» ва «ходить» ферларны атрафлича көріп чықамыз. «Идти» – кетмо, бармо. «Ходить» – юрмо, бармо. Глагол «идти» и «ходить» означает «ходить пешком», «на ногах». Бу икала фел хам пиода, икта ойоқта юришни билдиради. Например, «я иду пешком», «мен пиода кетяпман». «Я хожу пешком», «мен пиода юрупман». «Идти» – кетмо. «Идти» фели бір томонга қарап, бір марта боладыган, яки хозир содир болаётган харакатни билдиради. Я сейчас иду на работу. Мен хозир ишга кетяпман. Мен ишга битта йўналіш бўлаб, бір томонга, ишхонамга қараб хозир бір марта ҳаракат қиляпман. Ходить – бормоқ, юрмоқ. Ходить фе'ли эса кўп марта бажарилиши мумкин бўлган доимий, ҳар хил томонга йўналтирилган ҳаракатни билдиради. Я хожу на работу каждый день. Мен хар куни ишга бораман. Демак, мен ишга бораман, уйга келаман. Бу ҳаракатни кўп марта мунтазам бажараман. Ҳаракатни ҳозир, айни дамда содир этилаётганлигини айтиш учун идти фе'лини ҳозирги замон шакллари кўриб чиқамиз. Настоящее время. Я иду. Мен кетяпман. Мы идём. Биз кетяпмиз. Ты идёшь. Сен кетяпсан. Вы идете. Сизлар кетяпсизлар. Он, она, оно идет. У кетяпты. Они идут. Улар кетяптылар. Прочитаем примеры. Я иду в университет. Мен университетка кетяпман. Мы идем в университет. Без университетка кетяпмыз. Ты идешь на концерт. Сен концертка кетяпсан. Вы идете на концерт. Сизлар концертка кетяпсизлар. Он идет домой. Уйге кетяпты. Они идут домой. Улар уйге кетшепты. Рус тілида харакатны олдын бажарылганлигини, болып өткөнлигини билдириш үчүн өткөн заманда идти фели орныга шол деген фел ишлатылады. Көрүп турупсызки, фелнин шакли мутлака өзгарды. Я шол. Я шла. Мен кетяпкан едим. Мы шли. Біз кетяпкан едик. Ты шол. Ты шла. Сен кетяпкан еди. Вы шли. Сизлар кетяпкан едилари. Он шел. Она шла. Оно шло. У кетяпкан еди. Они шли. Улар кетяпкан едилар. Эслап қолилар. Битта асосий харакат билан, яна қошимча харакат содир бўляпканлигини айтиш учун, гапда шол фелини ишлатамиз. Прочитаем примеры. Мисолларни ўқимиз. Я шел в магазин, когда встретил друга. Уртогымны учратганымда, мен магазинге кетяпкан едим. Демак, мен магазинге кетяпканымда уртогымны учраттым. Иккита харакат бир вақтны озыда бачарылды. Кетяпкан едим, шоу, учраттым, встретил. Они шли из дома, не торопясь. Улар уйдан шашылмастан келяпкан едилар. Когда он нас увидел, мы шли в гости. У бізні көріп қолганда, біз мехмонге кетяпкан едик. Енді ходить фелини хозіргі замон шакллари көріп чиқамиз. Настоящее время. Я хожу. Мен боряпман. Мен юрупман. Мы ходим. Біз боряпмиз. Біз юрупмиз. Ты ходишь. Сен боряпсан. Сен юрупсан. Вы ходите. Сізлар боряпсизлар. Сізлар юрупсилар. Он, она, оно ходит. У боряпти. У юрупти. Они ходят. Улар боряптилар. Улар юрупдилар. Прочитаем примеры. Каждый день я хожу на работу. Мен хар куни ишга боряпман.
Ты всегда ходишь на тренировку. Сен хар дайым машкылышке барасан. Он все время ходит один. Ухамабах бруз юрады. Мы всегда ходим вместе. Басхамиша бірге юрамыз. Откен заманда ходит фелины шакиллары. Прошедшее время. Я ходил. Я ходила. Мен бордым, мен юрдым. Мы ходили. Без борды, без юрды. Ты ходил, ты ходила. Сен бордын, сен юрдын. Вы ходили. Сизлар бордыларын, сизлар юрдыларын. Он ходил. Она ходила. Оно ходило. У борды, у юрды. Они ходили. Улар бордылар, улар юрдылар. Прочитаем примеры. Я ходил в гости к другу. Мен достымныкеге мехмонге борган едым. Они вчера ходили в больницу проведать друга. Улар кече шифаханеге достларны корышке борышты. Она всегда ходила на высоких каблуках. Ухамиша балан пошнада юрареды. Эслап колилар. Рус тілыда сөзлашуда олдын болып өткен бачарылген харакатын білдіріш үчін 95% халатта хадид фелыны манашу шакиллары ішлатылады. Харакатны енді келечекта бачарылышын айтыш үчін итти ва хадид фелылары бір хыл шакилды ішлатылар екен. Пайти. Бармо шаклида. Я пайду. Мен бараман. Мы пайдем. Без барамыз. Ты пойдешь, сен барасан. Вы пойдете, сизлар барасизлар. Он, она, оно пойдет, у барады. Они пойдут, улар барадылар. Рассмотрим примеры. Я завтра пойду в поликлинику. Мене тага поликлиникага барама. Ты пойдешь на работу? Сенечка барасанма? Она пойдет со мной в кино. У мен блан киноге барады. Мы пойдем в кафе. Біз қақвахонеге барамыз. Яна бір нәрсен сілерге айтшым керек. Рус тілада «идти» деген фелінің хазіргі замандагі шәкілләрі «иду», «идем», «идут» келесі заманда хам ішлатылыш мүмкін. Фақат бұ феллер келесі да енді бола деген харакатны білдіршілері үчін гәпті албатта наречия времени вақт равышы білян ішлатылышы керек. Рассмотрим примеры. Завтра я иду в театр. Мен ертага театрга бораман. Утром ты идешь в школу. Ерталап се мактапке барасан. Вечером мы идем на свадьбу. Кечкурун біз тойге барамыз. Завтра, утром, вечером – это наречия времени. Булар хаммасы вахт равыши. Предлоги с глаголами «идти», «ходить». Идти ва ходить фелилар билан ишлатиладиган предлогларни ко'rib chiqamiz. Предлог в. Куда? Қаерге. Идти в магазин. Ходить в магазин. Магазинга бормок. Предлог по. Где? Қаерда. Идти по улице. Ходить по улице. Куча бойлап кетмок. Предлог к. Кому? Кимни олдига. Идти к другу. Пойти к другу. Предлог на. Куда? Қаерге. Идти на работу. Ишке кетмок. Ходить на работу. Ишке бармок. Предлог из. Откуда? Қаердан. Идти из дома. Уйдан келмок. Предлог с. Откуда? Қаердан. Идти с почты. Почтыдан келмок. Расымляге қарилар. Yomg'ir yog'yapti, qor yog'yapti, soat yuryapti. Bu gaplarni rus tilida aytish uchun qaysi fe'lni ishlatamiz? To'g'ri. Idiot fe'lini, hadid fe'lini ishlatmaymiz. Prochitaym primeri. Dosht idiot. Yomg'ir yog'yapti. Sneg idiot. Qor yog'yapti. Chesy idut. Soat yuryapti. Nima uchun aynan itti fe'li? Chunki oldin aytib o'tganimizdek, bu harakatlar ham hozirgi vaqtda bir tomonga qarab sodir bo'lyapti. Yomg'ir ham, qor ham yerga qarab yog'yapti, ular orqaga qayta olmaydi. Soat faqat bir tomonga, o'ng tomonga qarab harakat qilyapti. Запомните, что в русском языке говорят идёт и в таких случаях. В русском языке
Mazkur holatlarda ham idiot degan fe'lni ishlatishar ekan. Tramvay idiot, tramvay yuryapti. Poyezd idiot, poyezd yuryapti. Urok idiot, dars bo'lyapti. Film идет, фильм бо'лyapti. Время идет, вақт. Кейінгі дарсымызда ехать, ездить харакат фе'лини ишлатишни ўрганамиз. На прощание хочу сказать: учитесь говорить на русском правильно и красиво. Спасибо за внимание.